нас заходим большой просторный коридор со встроенным шкафом, новый счетчик и начата замена проводки. В коридоре ремонт произвести не успели. На полу везде паркет, но при этом ровные стены, хорошие. Паркет вот такой. Здесь у нас кухня, здесь спальня и гостиная комната. Так, смотрим санузел. В санузле работает вытяжка. Стены, потолок, все новое. Новые трубы, счетчики. Не сделана только дверь. Выглядит она вот таким образом. И проходим с вами в ванную комнату. Мы с вами попали в спальню. В спальне выполнен современный хороший ремонт. На полу лежит ламинат, новая мебель, новые обои, поменены все трубы. Отреставрирован потолок. Выровнены стены. Здесь как-то так интересно вышло с батареей. Но при этом у нас тут есть краны. И батарею можно заменить. Вот такая спальная комната. Дверь сделать не успели. Так, и отсюда у нас выход на балкон. Это второй балкон в квартире. Соответственно, вот такой у нас вид отсюда. Пол деревянный. Есть еще такая чудесная кладовка. В общем, это спальня с балконом. Попадаем во вторую комнату, большую. Так она выглядит. Здесь у нас вид на Гражданский проспект. Здесь второй балкон. Вот так, пол достаточно чистый. Старенький паркет, местами обои давно приклеенные отходят, то есть обои у нас в этой квартире вероятно под замену. Потолок в хорошем состоянии, пол выглядит вот так. Собственно, здесь переклеить обои и дверь, соответственно, тоже под замена. Так, это у нас гостиная. Проходим в кухню. В кухне ремонт производился когда-то давно, но при этом стены ровные. Плита газовая. Стоит счетчик. Есть вытяжка. Потолок вот в таком состоянии. Новые провода.
Пол, соответственно, тоже это старый линолеум. Но при этом в очень хорошем состоянии стены. И отсюда выход на первый балкон. Балкон полностью остеклен. Вот так он выглядит. Чистый, аккуратный. На полу линолеум. Заменена дверь. Этот балкон в очень хорошем состоянии.